Добро пожаловать на канал Harder Set Info. Передо мной находится устройство Poco X4 Pro. И сейчас я покажу вам, как на данном устройстве произвести таймлапс видео, ускоренную видеосъемку. В общем, включая нашу камеру. И для того, чтобы перейти в режим таймлапс, мы переходим во вкладку «Еще» и включаем здесь таймлапс и просто начинаем записывать наше видео. И, в принципе, это все, что нам нужно сделать, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.